Единственная вещь, которая является главным показателем, будете ли вы богаты, будет ли ваш бизнес процветающий или нет, это бизнес-модель. Плохо построили бизнес-модель, далеко не пойдете. Выбор бизнес-модела, она является самой основой успеха любого бизнеса. Основа. Понимаете, фундамент – это выбор бизнес-модела. Я по-простому 2-3 примера вам скажу. Подумайте, Amazon чем отличался? Он что-то новое продавал? Он просто разработал новый бизнес-модель. Amazon просто разработал абсолютно новый бизнес-модель. Самая богатая компания в данный момент в мире. Потом он начинал с книги, а потом постепенно, постепенно и дальше, и дальше, и дальше. Теперь он продает все. Но только брендовые вещи продает. Я переписался с ними, разговаривал. Они сказали, если у тебя свой собственный бренд, мы твой бренд разместим и продадим. И у нас есть складах в Европе, Америке и так далее. Поставляй нам, мы сами продадим. Я сидел, думал, какие они молодцы. Вот она бизнес-модель. Понимаете, самая основа успеха бизнеса, это какой бизнес-модель у вас. Если вы сможете разработать чего-то новое, молодежь начинает уже профессионально подойти к этому, потому что благодаря технологии, благодаря того информация им доступна. А вот это уровень, который купи-продавай, времен Чингисхана и времен там пророков, как мы делали, она умрет. Скоро она просто умрет и исчезнет. Они не могут адаптироваться к новым изменениям, новые условия рынка. Посмотрите, очень многие таких ребят, которые раньше хорошо зарабатывали, сейчас они говорят, что-то денег нет, что-то продажа слабо, что-то не идет и так далее, и так далее. Уловили? Вот очень многие так говорят. Я буду показывать вам куча бизнес-моделей, куча шаблонов, которые лично я сам разработал для своих учеников. Они колоссальные результаты делали. Самое интересное, бизнес-модель – невидимая часть бизнеса. Вы его не видите. Вы видите офис, вы видите продукт, потрогаете, вы видите рекламные материалы, вы видите того. Но бизнес-модель очень тяжело видит. Поэтому очень тяжело его вникать в нем. На самом деле, если я вам скажу, Хаят, вы видите Хаят, вы воображаете Хаят, я говорю, какой его бизнес-модель? Ни один из вас не мог мне сказать. Я вам скажу, хорошо, Кока-Кола, вы видите напиток, вы видите того, я говорю, какой его бизнес-модель? Вы не можете мне сказать. Procter Gamble, везде продают Nivea, шампуни, все, 83% любой продуктовый магазин, зайдите, почти все мыломоющие и так далее, Procter Gamble. Так? Я вам скажу, какой его бизнес-модель? Вы его не видите. Это невидимая часть бизнеса, поэтому конкуренты не могут его копировать. Его не видят. Они могут копировать какую-то часть, какую-то то, что понял. Но целиком бизнес-модель копировать просто нереально. За счет того, что человек не может его целиком копировать, за счет этого бизнес процветает. Поэтому разработать правильный бизнес-модель – это колоссальная вещь. Вы, каждый из вас, по-своему делает, и у вас есть какой-то модель. Но вы просто не знаете, что это есть ваш бизнес-модель. Потому что каждый из вас, как мы учили свой бизнес, никто же нас не учил, мы сами просто самоучками попробовал так делать, попробовал так делать, попробовал так, ошибался, а, так не работает, давай так. И вот так, потихонечку, падая, поднимаясь, падая, поднимаясь, мы делали бизнес, как ездить на велосипед. Помните, да, я пример привяжу, ездить на велосипед, падая, поднимаясь, научишься, диплом не надо, согласны? А это тактика, это подход, но работает ли тактика, подход, ездить на велосипед, если вы хотите водить самолет. Ну, падай, поднимай, научишься. Один раз падаешь? Поэтому, когда ты начнешь работать более 100 тысяч долларов, 200 миллионов долларов и так далее, хочешь крупной компании, это умение водить самолет. Лучше бы не ошибаться. Или, по крайней мере, как-то риск надо уменьшить. Поэтому много людей банкротятся и не могут справиться больше. Они сломаются конкретно, у них невозможно, не получается. Все, поехали, дай мне. Все, поехали, новая страница, новая тема, описание и выбор бизнес-модели. Вот это, когда вы поймете, заполняете конкретно. Бизнес-модель, наше обучение будет делиться на два части. Первый часть, где мы будем описание бизнес-модели рассказывать. Вы досконально изнутри на один листок полностью увидите всю свою бизнес.
полностью всю свой бизнес, видите. А потом, завтрашний день, мы будем разработать разные шаблоны бизнес-модела. Сегодня описание бизнес-модела, а завтра разные шаблоны, разные схемы и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда ваш мозг начинает генерировать, начинает понимать, что как надо создавать разные шаблоны, вот тогда у вас дела пойдет классно. Вот ребята, Набихан и, имя забыл, Нургуль, да? Набихан и Нургуль, они начали спортивные одежды продавать по интернету. У них модель другой. Они тут же через год обгоняли те, которые барахолка сидели, спортивку продавали. Они раньше у них купили, продавали барахолки. Потом наступил момент, когда они у них покупают каждый день целыми газелями. Те у них спрашивают, как ты продаешь? Он им рассказывает так. Теперь те, которые барахолка, оптовики сидели, теперь они у них покупают, продают. Ты же сами спорт одежды и так далее. Почему? Потому что они выбрали другой шаблон, другой модель. А продают те же самые продукции. Вот здесь тут большой секрет. Ну, сейчас будем рассказывать, это два дня у вас в голове формируется. Пока дальний момент, когда она непонятна для вас, тяжеловато будет. Но поверьте, как вы хорошо, если оттачиваете свой модель, классно пойдет. Вот такой вещь.